Чтобы обсудить, как подготовить кадры для ведущих российских предприятий, в колледже Подмосковья собрались представители власти, образования и бизнеса. В первую очередь обсудили необходимость создания целевого обучения студентов колледжей. У нас в вузах есть создание там малых предприятий и так далее, а для колледжа этого нет. Поэтому обязательно у нас вот все эти колледжи, которые у нас в программе, они обязательно должны создать, значит, свои предприятия, где студенты в том числе могут и дополнительно уже начинать зарабатывать. Для того, чтобы улучшить качество среднего профессионального образования и внедрить новые программы обучения, был создан федеральный проект «Профессионалитет». На сегодняшний день больше половины выпускников 9 классов идут учиться в колледже. Проект должен помочь подготовить студентов для их оптимального трудоустройства, для того, чтобы выпускники полностью соответствовали потребностям рынка. Вы знаете, сегодня мы собрали специально очень разные отрасли для обсуждения такого важного проекта. Мы сегодня выслушали, как всем известного ресторатора Новикова, как урбаниста Капкова, специалиста сельского хозяйства Машковича, Росатом, национального лидера металлургии ТМК, так и другие компании, которые высказали совершенно свой особый взгляд на систему СПО, которую они используют для, как систему подготовки кадров. Место встречи было выбрано не случайно. Колледж Подмосковья входит в топ-100 лучших образовательных организаций страны. Является флагманом среднего профессионального образования в нашем регионе. Для гостей была проведена экскурсия по учебному заведению. Я очень приятно удивлен высоким уровнем подготовки ребят. Современное оборудование, современная технология. Они стажируются со второго курса на предприятиях. Это абсолютно правильный путь. И то внимание, которое Московская область уделяет подготовке рабочих специальностей, это очень правильно. Обучение по программе «Профессионалитет» начнется уже с 1 сентября 2022 года. Этот проект объединит 70 учебных заведений нашей страны. А к 2024 году планируется, что программа охватит более 350 тысяч студентов.